Уже полгода самарские школьники изучают новый предмет – самароведение. Дисциплина нелегкая и требует специфических знаний. Их главный источник – краеведческие книги. Нужны они и учителю, и ученику. Многое не найти в интернете. И здесь на помощь приходят библиотеки. Сегодня мы будем говорить о том, что поможет нашим библиотекарям, что поможет нашим учителям в работе со школьниками по краеведению. То есть мы будем рассказывать о пособиях, которые помогут осветить очень многие вопросы. На круглом столе «Самаре. Слава и поклон» собрались ведущие специалисты детских библиотек. Главный гость – известный историк Глеб Алексушин, он же автор курса «Самароведение». По его словам, не все пособия подходят для подготовки к уроку. Многие содержат неточности или подают информацию с идеологическим уклоном. Нужна определенная корректура людей, которые работают с этой литературой. Это раз. Во-вторых, очень много новинок литературы, которые библиотекари не знают вообще. Моя задача сейчас будет немножечко рассказать о том, какая литература, каким аспектам самароведения наиболее оптимально применима. Такой ликбез поможет библиотекарям лучше ориентироваться в книгах по краеведению. Если нужной литературы в филиале не окажется, он подскажет ребенку, где ее найти. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.